В частном детском лагере под Киевом отравились 12 детей. 8-летняя девочка впала в кому. Ребенка уже перевезли в Ахмаддед. По словам медикам, организм девочки крайне обезвожен. По предварительной информации, детям стало плохо вчера. У них были симптомы расстройства желудка. В Киевской облгосадминистрации заявили, что дирекция лагеря долго не пускала к детям комиссию по эпидрасследованию. Всего в этой здравнице отдыхают более 200 человек.